Дорогие друзья, сегодня мы с вами займемся рисунком живой головы человека. Многие знают, что это одно из наиболее интересных и любимых всеми жанров – это портрет. Наверняка ваши родственники, близкие просили тех, кто уже что-то умеет делать, говорит, нарисуй мой портрет. И многие сталкивались с такими трудностями, когда да, рисуем, вам говорят, да, хорошо получилось, а кто это? Вот это самое обидное для художника. Кто это? Для того, чтобы таких сильных промахов не было, необходимо глубоко к этому готовиться, глубоко изучать все предыдущие этапы, которые подводят нас к этому довольно сложному, но очень интересному жанру. Если вы хорошо выполнили предыдущие все этапы, рисовали гипсовые головы, греческие, римские, вам довольно несложно уже будет рисовать живую модель. Что я вам сейчас и продемонстрирую. Для работы нам понадобится бумага, скотч для того, чтобы приклеивать ее, режущий инструмент, ножичек, ластик, набор карандашей, тональность их и твердость может быть различной. От H до 2B, я думаю, этого будет достаточно. Размер листа у меня довольно большой, поэтому советую вам ограничивать пространство, в котором вы будете работать. Не потом это обрезать, а делать это, приучать, компоновать, что бы вы ни делали, уже в заданных размерах. Любое классическое произведение, академический рисунок, строится по определенным законам. Это от общего к частному. Я внимательно посмотрел натуру, изучил ее, с разных точек посмотрел, не только с той, которой я сижу. А рисовать мы будем в три четверти. Почему в три четверти? Ну, вы, наверное, сталкивались с тем, что портреты чаще всего изображаются в три четверти. Причина проста. Наиболее полная информация о портрете, о голове человека – это три четверти. Профиль имеет свои преимущества, но не может показать глубины. Да, фас тоже хорош, но мы не можем понять, что же там в профиле происходит. Поэтому чаще всего портретируется в три четверти. Что я и делаю. Сначала откладываем габариты, то есть крайние точки. Вверх, низ, ширина, высота. Как я уже говорил, лицо нашего портретируемого немножко вытянуто такое. Я даже для себя составил некий образ этого человека. Например, с кем он меня ассоциируется, из животных или из птичек. Это очень важно, потому что когда молодой рисовальщик работает над портретом, увлекаясь деталями, он еще забывает, что в целом представляет себя данный человек. Я такой для себя образ описал и буду его все время в голове держать. И вот, я сейчас делаю крайние точки, вот, постараюсь как можно точнее попасть в контур. После того, как контур находится, я стараюсь отделить очень деликатно переднюю площадку лица от боковой. Соответственно, она идет по височным костям, скуловым, дальше очень мягко подходит к подбородку. Классическое лицо, если смотреть на него фас от подбородка до верхней точки головы, теменного возвышения, обычно посередине проходят глаза человека. Здесь я посмотрел, немножко в нашем портретируем доминирует нижняя часть, чуть-чуть больше, чем верхняя часть. Поэтому глаза будут не совсем посередине вот этого отрезка, вот, а будут чуть-чуть выше. И опять же, я продолжаю уточнять габариты. Важен угол носа. Вот. Также важны основные деления, скажем, от бровей до корня носа, от корня носа до рта, разреза рта и до подбородка. Вот. Глаза я тоже не сразу вырисовываю, а стараюсь подготовить для того места, где будут глаза, это очень важно, пространство. Пространство. Прежде всего, это глазницы задают ему пространство. Это боковая площадка носа.
Это скуловая кость. И, как вы видите, я скажу по всему портрету, пока не останавливаюсь. Не зациклюсь на какой-то одной детали. Все время стараюсь связать одно с другим, одно с другим. Потому что портрет, лицо, это не отдельные части, набор глазиков, носиков, ротиков. Это как оркестр, набор инструментов, которые должны звучать все вместе и в то же время создавать, и в то же время создавать какую-то свою мелодию. И от художника очень важно заранее понять, что у него будет, ну, если так угодно, первой скрипкой, кто будет выполнять основные партии, кто будет второстепенно, а кто будет фоном. И далеко не всегда то, что нам кажется важным, вот, будет в итоге звучать тоже так же важно. Поэтому, если мы не уверены, мы все постепенно набираем не в полную силу, а такими легкими линиями, которые будут, конечно же, уточняться. Считаю важным сразу наметить в глазах поворот радужной оболочки. То есть, я так предполагаю, глаза будут смотреть на нас. И уже как бы забегая вперед, по опыту знаю, что глаза – это, как правило, самое важное в портрете. Вот. И особо важное внимание буду уделять им, глазам. Это и разбор будет очень важный в деталях. И у кого-то глаза крупные, у кого-то глаза узкие, у кого-то широко раскрыты. Важно передать настроение человека, поэтому от того, насколько они раскрыты, насколько они там прищурены, испуганы ли глаза. Это все вот передает их раскрытие. И вот так как у меня уже более-менее, считаю, так наметил окружение, я так чуть более внимательно подхожу к глазам. Сейчас идет такая моделировка целиком всей головы. Не надо забывать, что волосы – это тоже голова. Часто молодые рисовальщики делают ошибку, моделируют светотень, там, скажем, по височной кости, и останавливаются у черепной коробки, где идут волосы. Забывая то, что продолжение, как говорится, следует. Поэтому наша задача – передать трехмерность, в академической трехмерность пространства. На самом деле это, конечно, иллюзия. Плоский лист бумаги, двухмерный, а мы стараемся сделать с помощью наборов, ну, такой набор фокусника, если можно сказать, который в итоге потом передаст эту трехмерность. И вот, как я говорил, постепенно уточняю каждый элемент лица. Там какие-то характерные повороты в губах. У всех они разные. У кого-то губки полные, у кого-то узкие, у кого-то одна губа узкая, верхняя, допустим, а нижняя более полная. Наша модель такая более благодатная. Здесь и верхняя, и нижняя губа так наполнены. Тот, кто уже рисовал отдельные части лица, знает, что губы можно поделить на три части. Передняя площадка, две боковые. Вот, все это присутствует в нашей модели. Сейчас так потихонечку начинаю набирать самыми легкими такими тональностями. Набирать какие-то тональные пятна. Молодые рисовальщики часто оставляют белки глаз нетронутыми, белыми. Но они же белые. Да, белые. Но когда глаз сидит в глазнице, общая тональность, она притупляется. Поэтому можете сразу смело пройтись эту область и слегка усилить. Для того, чтобы носик наш начал выходить вперед и создавать ту заветную мечту, то есть трехмерность, глубину, я несколько усилил, в принципе, так оно и есть в натуре, собственную падающую тень. Молодые рисовальщики у нас любят сначала собственную тень рисовать, потом падающую. А если приглядеться, ну, особенно на начальном этапе, это, в общем, один тональный массив. Поэтому я его
несколько с опережением сюда, чтобы он за собой, как паровозик, вел всю остальную работу. Волосы нашей модели имеют такую довольно темную тональность. Они не черные, ну, назовем так, средние. Вот. Если посмотреть к тону кожи, то они будут заметно темнее. Это очень хорошее выразительное такое вот решение будет. Часто задается вопрос, как рисовать волосы. Ну, во-первых, волосы у всех разные. Наши данные модели, они довольно густые, но при этом они еще имеют такие отходы, такие от основной массы, такая вибрация создается. То есть они не гладкие, они немножко такие вот с прогибами. Вот. Я пока на них не обращаю внимания, а сначала я создаю, вот, пытаюсь определить вот их, как они облегают черепную коронку. Немножечко поделал, теперь опять возвращаюсь к глазам. Вот. Так как свет сверху находится, то внимательно прорисовывая толщину верхнего века, я начинаю в тоне усиливать. Вот. Слежу, чтобы это было как максимально аккуратно. Вот. Любое неосторожное такое движение вызовет неряшливость, и глаза потеряют свое реалистичное изображение. Глаз – это шар. Сам по себе уже шар – это красивая законченная форма. Поэтому глаза рисую, не надо никаких обрубовок рисовать. Наоборот, они очень пластичны, вот эти движения век. Уточняю характер формы носа. Боковая площадка попадает в полутон. Вот, передняя у нас будет практически вся оставлена светлой. Еще уточняем, еще разочек возвращаясь в глазах, уточняя, где-то усиливая, стараться, чтобы уж сильно какие-то части лица не выскакивали из всей нашей композиции. То есть задавая какой-то тон, ну вот, например, на радужке. Вот. Надо постепенно подтягивать и к ним все остальное. Хотя радужка, далеко не все это знают, одно из наиболее темных, то есть зрачок. Зрачок будет одно из наиболее темных мест в портрете. Такой своего рода камертон. Поэтому соседство зрачка и блика, который, как правило, на глазу попадает, если глаз освещен, придает такую влажность и очень выразительность глазу. Поэтому не замыливайте зрачок у любого человека, какие бы ни были светлые глаза, зрачок будет очень темный. Постепенно моделируем нижнюю часть. Для того, чтобы дорисовать губы, надо внимательно следить за тем пространством, которое окружает губы. И под нижней губой это все. И сверху, и с боков. Там есть определенные плоскости, которые студенты, по-видимому, уже изучали. На одной из наиболее таких частых ошибок, это что губы рисуются как такие бабочки, вырезанные, не имеющие ничего общего с той поверхностью, на которой они находятся. Если свет сверху, значит, как правило, граница между губами довольно активная. Там бывает, рот не до конца закрывается, а еще верхняя губа она заворачивает и дает такой мощный объем. Там и собственная, и падающая тень на нижней губе идет. Это очень выразительно. Постепенно утемняю, для того, чтобы еще более выразительные глаза были, место, где находится глазница. Как бы соединяя те темные места в глазу с общим тоном глазницы.
Вот я взял, как вы заметили, только сейчас ластик и какие-то моменты, которые считаю существенными, прохожу сверху. Не стоит употреблять без необходимости ластик, потому что он размазывает штрих, рисунок становится такой пачканный. Вот. Тот, кто делает много набросков, дисциплинирует свою руку и глаз, тот обходится минимальным количеством участия ластика. Начинаю уточнять линию касания волос с кожей. Обратите внимание, что корни волос всегда очень мягко касаются кожи. Часто ошибка так делает, что резкий переход от волос к тени, к коже. В общих массах набираю легонечко теневую часть лица, которая находится справа. Не обязательно ее чернить в полную силу, так как я уже говорил, основные акценты будут располагаться в центре. Нос, губы, глаза, подбородок. Ну, чтобы понять, насколько будет освещена передняя площадка, я, по возможности, аккуратно прохожусь, штрихуя правую сторону от нас лица. Как я уже говорил, я делаю это как волосы, так и кожу одновременно, не прерываясь. Опять возвращаясь к глазам, добавляю необходимые подробности, тем самым усложняю форму его. Где-то обобщаю, прохожу прям поверх глаза, все объединяя. Чем ближе к концу работы, тем больше требуется обобщений. Сейчас соединяю теневую часть лица с освещенной. Есть такие переходные площадки, которыми надо очень деликатно обращаться. Слишком жесткий переход делает форму грубой, неубедительной. Если будем все смягчать, зализывать, будет такой как шарик, и пропадет ощущение живой модели. Вот почувствовать эту грань, вот это все как бы на чуть-чуть. И состоит задача учащихся, в дальнейшем и художников, для того, чтобы убедительно передать объем модели. Те задачи, которые ставились в данном формате рисунка за довольно короткий срок, я считаю, что они выполнены. Рисунок не засушен, есть определенное портретное сходство. Желаю вам успехов во владении искусством портрета. Этот мастер-класс провел для вас Александр Архипов, доцент кафедры рисунка Института культуры и искусств Московского городского педагогического университета.